Взаимодействие мурен с другими хищными обитателями подводного мира также очень интересно. Возьмем для сравнения морских окуней. Обычно оба хищника выходят на охоту в одиночку. Но разница состоит в том, что мурены предпочитают нападать ночью из засады, а окуни – днем на открытой воде, укрываясь в кораллах. Тем не менее, некоторые мурены, живущие в Красном море, выходят на охоту днем и, более того, на пару с окунями, обычно инициирующими охоту. Сначала окунь подплывает к убежищу, и если он видит голову хозяйки снаружи, то ведет головой в стороны перед ее носом, что является своеобразным приглашением к совместной охоте. Если хищник соглашается, окунь сопровождает ее к жертве, указывая головой направление и освобождая ей путь для нападения. После атаки мурена делится пищей с напарником. Вот такая удивительная рыба из семейства угрей.